Этим летом Саратов усеян котлованами. В одних местах копает водоканал, в других работают тепловые сети. Многие дома на долгое время остаются без горячей, а то и без холодной воды. На центральных улицах ремонт трубопровода ограничивается сутками, на других он тянется месяцами. Горожане ждут, когда все это закончится. В данный момент поменено уже трубы 260 метров погонов по каналу. Это примерно где-то середина трассы. И через месяц планируется закончить еще 200 метров. Но все идет по графику. На Бахметьевской вскрыли участок дороги от Рахова до Чапаева. Как рассказали журналистам представители компании «Т-Плюс», на этом месте проходит глобальная реконструкция. Кроме этого участка у нас есть еще улица Зарубина, на которой у нас проходит реконструкция. Улица Железнодорожная начали работы и по улице Степана Разина. В ближайшие 20-25 лет здесь не будет не проводиться никаких сквозных работ. Произведен демонтаж трубы 400 метров погонах. Труба очень изношенная, вот прошу посмотреть, вот. Старая она в коррозии. Тепломагистрали на Бахметьевской и Зарубино не ремонтировались с 1994 года. Спустя 20 лет ржавые трубы заменяют на новые. Монтаж нового трубопровода производится с пенополиуретановым покрытием, системой оперативного диспетчерского контроля с последующим выводом на диспетчерские пункты тепловых сетей. Ремонт летом, тепло зимой, но девиз компании оптимизма горожанам не прибавляет. На Зарубино продолжают раскапывать траншею. Реконструкция началась еще 15 июня. После месяца отсутствия горячей воды была введена в строй временная магистраль. По предложению представителей Т-Плюс нами была сварена временная обвязка. Она работает, я думаю, люди с водой, то есть там вопросов нет никаких. Есть проблемы небольшие, но не только наши, есть поставка материала, небольшая проблема. Я думаю, что если все у нас будет хорошо, то этот участок, ну, максимум 2 недели мы закончим. Я думаю, не больше. На других улицах ведутся и плановые ремонтные работы. В некоторых районах обеспечить жителям временную подачу горячей воды не получается. Людям приходится ждать и надеяться, что в ближайшие годы после окончания реконструкции проблем с отсутствием тепла, горячей воды и проездом у них не будет. Анна Обычева, Николай Синегубов, СРБК ТВ.